Представляете, оказывается, настоящую итальянскую карбонару можно приготовить дома так, как делают в лучших ресторанах. Короче, первым делом берем одно яйцо, два желтка, еще грамм 150 натертого пармезана или любого твердого сыра, который у вас всегда есть под рукой. Еще свежемолотый перец, и теперь все хорошенько перемешиваем, и пусть соус пока потусуется. А пока берем грамм 200 сухих спагетти, это у меня расчет на 2 порцайки, закидываем их в подсоленную кипящую воду и варим, пока не сварим. Это на 1 минуту меньше, чем написано на пачке. В это время быстренько на сухой сковородке обжариваем жирную грудинку или бекон, и когда жирок поплавится, добавляем пару зубчиков чеснока. И буквально через 5 сек добавляем отваренные спагетти и к ним пол половника бульона из-под макарон. Все это дело объединяем, теперь вырубаем газ и буквально через 1 минуту заправляем спагетти соусом и все тщательно перемешиваем. И вот готовченко, украшаем базиликом, перепелиным желтком, свежемолотым перцем, тертым пармезаном, и на ваше здоровье, кушайте! О, обязательно пробуйте, а за подписку обняла!